Движение вверх. Снимал. Я, короче, приехал на 14 этаж, там был бомж, реально спал на полу. Реально. Я, конечно, не стал выходить, я поехал на 2 этажа ниже. Прикинь, разлегся там, блин. Музыки. Да, ну и там в прошлый раз тоже меня не было. В маленьком лифте. Это в том доме, в 40-м? Да. В 40-м, как раз там и бомж был. Прям на этаже напротив лифта валялся? Ну не совсем, ну вот от лифта там налево. Ну может, а алкаш какой-нибудь, жилец, просто прилег. Ну, все может быть. Я не думаю, что бомж рискнул вот так вот ночевку устроить над квартирами прям. Ну, а почему? А то тоже мало может ли быть. Кто еще? Да почему? Тоже может прищучит быть. Прищучит его. Да почему? Ты зря так говоришь. У меня был случай, я говорю, я тогда P30 снимал, он очень храпел на весь этаж. Когда за липушку снимал. Это где было? Это где-то в районе Отрадного. Это было, скорее всего, да. Я не помню точный адрес, но... Тогда у меня записался храп очень сильный. Я тогда остался на этаже.